Всем привет, друзья! Вы находитесь на моем канале Крюков Продакшн. Меня зовут Александр. Сегодня мы с вами научимся делать 3D-фото или по-другому их называют стереофото. Это сейчас популярная тема, знаменитости, блогеры, артисты уже это используют. А теперь вы тоже сможете сделать себе в Instagram такой клевый эффект. На самом деле такой эффект очень просто сделать. Главное правильно сфоткать. Объект, который будет фотографировать, должен стоять неподвижно. Нужно сделать 4 кадра с небольшим промежутком 5-10 сантиметров, можно и больше. Как хотите. Ну и все, не будем тянуть время. Давайте приступим. Загружаем наши фотографии в Premiere Pro. Берем первую фотографию, обрезаем ее до 3 кадров. Берем вторую, тоже обрезаем до 3 кадров и ставим ее поверх и делаем поменьше прозрачность. Если вы не знаете, как уменьшить прозрачность, то вот здесь вот в меню Windows есть вкладка Effect Control. И вот здесь все параметры Scale, Position и Opacity. Opacity как раз отвечает за прозрачность. Тыкаем на верхнюю фотку, уменьшаем прозрачность и подгоняем ее параметрами Position. После того, как подогнали, возвращаем Opacity на 100% и ставим верхнюю фотку рядом с первой. С остальными двумя фотками делаем то же самое. Ребята, если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео. Если ты видел где-то прикольный эффект, но не знаешь, как его сделать, скидывай мне в Instagram или ВКонтакте. Я обязательно сделаю разбор. Все ссылки на мои соцсети в описании. После того, как все фотографии уже подогнали под один размер, нужно сделать цикличную анимацию таким образом. Первая, вторая, третья, четвертая и обратно. 3, 2, 1. И по новой. Берем третью фотку, просто нажимаем на нее, зажимаем Alt и перетаскиваем в конец и ставим после четвертой фотографии. Потом берем вторую, нажимаем на нее, зажимаем Alt, перетаскиваем в конец после третьей. Затем выделяем все фотографии, зажимаем Alt и перетаскиваем в конец. И так делаем несколько раз. Теперь можно сверху накинуть музыку и кропнуть под Instagram. Я сделаю это так. Выделю все кадры, нажму правую кнопку мыши и нажму NES. Затем нажму на композицию, то что у нас получилось, и во вкладке Effect Controls увеличу немного параметр Scale и подгоню параметрами Position. Наша стерео фотография готова. Спасибо, что досмотрели до конца. Напиши в комментариях, понравилось ли тебе видео, и не забудь поставить лайк и подписаться. И если будешь делать такой эффект, отмечай меня в Инстаграме, ссылка в описании. На этом сегодня все, всем пока, скоро увидимся.